На встречу с брянским активом приехал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Совсем скоро региональное отделение получит статус юридического лица. Николай Овсиенко предложил губернатору области Александру Богомазу возглавить попечительский совет организации и помочь в предоставлении помещения. Кроме того, зампредседателя общества рассказал о большой работе, которая была проведена в этом году. В этом году 10 лет указа президента о возобновлении деятельности Российского военно-исторического общества и 115 лет нашему императорскому русскому военно-историческому обществу. Юбилейный год, и доложу вам, что в юбилейный год РВИО много реализовало знаковых проектов, которые, ну, наверняка, многих из них вы знаете. Особое внимание было обращено на деятельность на Донбассе, в наших новых регионах. Николай Овсиенко призвал брянских членов общества активнее вовлекать новых участников. Это могут быть историки, музейные работники, поисковики, ученые, просто люди, неравнодушные к своей истории. Работы много, тем более на Брянщине. Приближается 80-я годовщина освобождения области от немецко-фашистской оккупации. Ведутся работы на месте ДУЛАГа-142, где предстоит создать мемориал всем замученным в немецких концлагерях. Тот мемориал, который должен быть у нас в Брянске, мемориал сделает Александр Викторович, они и занимались этим. Там у нас было уничтожено около 40 тысяч жителей и военнопленных. Вот, и по сути дела это Брянский Бухенвальд, вот, который мы должны с вашей помощью, с нашим желанием воплотить жизнь. Почему? Потому что это действительно тяжелое, но это память нашей области, память нашего народа о тех погибших людях, которые были уничтожены фашистскими захватчиками на территории Советского Союза и Брянской области. Александр Богомаз пожелал Брянскому отделению Российского военно-исторического общества плодотворной работы, но не ради отчетов, а ради сохранения истории, чтобы славные страницы нашего прошлого были примером для тех, кому строить наше будущее, для всего подрастающего поколения. Александр Новиков, Виктор Левченков, Александр Власов. События. Брянск.